что спустя 4 года история повторяется. Вновь оказался на берегу вот этой реки. В прошлый раз она мне показалась безжизненной. А сегодня, на удивление, обнаружил здесь рыбаков. Что-то ловят. Ну, вернее, что-то пытаются поймать. В общем, начинается новая эпопея. Дмитрий Исетский в Молдавии. Точнее, в Молдове. Специальная рыболовная операция в Украине практически полностью провалилась, к сожалению. Отдельное видео сниму на эту тему. Думал, всегда успею начать ловить как надо. Но есть обстоятельства, которые сильнее нас. Географию тоже расширить не получилось. Ну, это отдельный разговор. В общем, это речка Бык. Небольшая речка в городе Кишинев. По концентрации всякой химии и сеть явно превосходит. Что-то вроде Кышмы в верховьях до 44-го квартала. А такая же ядовитая. Вот такие дела. Удочки с собой не взял. Все потом. Пока нужно как-то где-то здесь устроиться. Да. Ладно. Вот оно.